В рамках 12-го тура чемпионата Московской области по футболу команда «Металлург Видное» на своем поле принимала гостей из города Химки. Одноименная команда – один из аутсайдеров турнирной таблицы, в то время как наши футболисты занимают лидирующие позиции. Несмотря на это, настрой на игру все равно был серьезный. Сначала, конечно, немного входили в нее, потом после забитых голов, конечно, включились и уже молодцы, прям успокоили игру. И ну, тут уже, конечно, все мячи, которые нужно было, забили. Уже после первого тайма видновская команда ушла на перерыв с преимуществом в 3 мяча, а во второй половине игры не оставила шансов соперникам, не позволив забить даже гол престижа. Каждую игру нужно биться как последнюю и доказывать, да, свою позицию, да, то есть в таблице, я имею в виду. С каждым разом на матчи нашей команды приходит все больше болельщиков. Именно их поддержка гонит футболистов вперед. Вот эти хлопки, ну, поддержка, выкрики там в твою, да, пользу, это очень сильно прям поднимает боевой дух и заставляет двигаться. Итоговый счет 6-0 в пользу нашей команды. Очередная победа позволяет начать подготовку к следующим играм в отличном настроении. Ближайший домашний матч «Металлург» проведет против команды «Восток» из «Электростали». Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.